Около 170 тонн огурцов планируют вырастить в крестьянско-фермерском хозяйстве «Тепличное». Общая площадь теплиц – 1 гектар. Глава КФХ отмечает, что на производстве всего хватает и оборудования, и людей. На предприятии работает 21 человек. Этот штат – опытные сотрудники. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил хозяйство с рабочим визитом. Огурцы уже можно купить в двух торговых точках. Цены не маленькие, но ниже, чем на других рынках. У нас на 180 рублей ниже, я же мониторю цены. Я на 180 рублей ниже, чем у кого? На рынках. В теплицах выращивают огурцы разных сортов. Это и кураж, и эффект, и атаман. Планируют также начать высаживать 3500 кустов томатов новых сортов. Их первый урожай будет в июне. Часть овощей будут поставлять в летние лагеря. Акцент в этом году сделан на отдых детей именно здесь, в городе, в загородных лагерях, на пришкольных площадках. Обещает, что он нас, ну, будем говорить, завалит дешевой сельхозпродукцией, чтобы дети питались витаминной продукцией прямо, что называется, с грядки. Поэтому я желаю Александру Семеновичу удачи. За 2021 год в Тепличном собрали почти 160 тысяч тонн овощей. Общий объем валовой продукции составил более 24 миллионов рублей.